Латвия, привет! Доброго времени суток! Всем добра и позитива, а особенно самой позитивной стране Евросоюза – Латвии. Латвия, привет! 27 числа Пирма-партия, лично господин Шлессерс, зовет всех нас прийти в 3 часа дня к памятнику свободы для того, чтобы выступить против президента Левица. Дело в том, что господин Шлессерс утверждает, что это позор Латвии, и такого идиота, как Левиц, наша страна еще с вами не знала. И что хватит вытирать от нас ноги и рассказывать всем, что этот олень может быть президентом нашей страны. Я думаю, что господин Шлессерс не прав. У нас самый прекрасный президент. Лучшего президента просто и не найти. Например, этот замечательный человек, господин Левиц, участвовал в субботнике. Вы можете себе представить, чтобы президент оделся и пошел убирать мусор с простым народом? Где вы еще увидите такого президента? Ну, чтобы не быть голословным, давайте лучше вам покажу его, потому что такого президента вы не увидите точно. Вы только посмотрите на этого красавца. Ну, это же вылитый какой-то Ленин, да, в кепке. Вот на самом деле я и так себе его представлял. То есть, другими словами, именно так одевается человек, который выходит поработать. То есть, он одевает вот такую кепку, одевает вот такую вот теплую жилетку, а под жилетку еще одевает пальто. Именно вот это есть рабочая одежда для того, чтобы человек отправился на субботник. Обратите внимание, вот именно так должен выглядеть рабочий человек. Например, это чудо наоборот надел перчатки. Вы представляете, человек никогда в жизни ничего тяжелее стакана не держал, и хватило же мозгов у этого оленя перчатку надеть наоборот. Всем мы, конечно, не подарок, ребята, но примерно вот так выглядит лицо латвийского президента. Ну, лицо нации, кому как удобнее. И вот здесь я не стебаюсь, потому что очень часто он выглядит примерно как шут гороховый. Проколов и ляпов у этого человека такое количество, что можно просто кинокомедию снимать на этом уровне. Помните, когда заиграл гимн Латвии, это чудо не снял шапку и даже не встал. А потом, когда у него спросили, какого хера, он ответил примерно, да было холодно. И вот за эти 4 года он нас так смешил, вот так смешил, что аж хочется плакать, если честно. Потому что такое ощущение, что у человека не все хорошо с головой, он не производит впечатление адекватного человека. Все его высказывания – это просто высказывания какого-то больного, сумасшедшего человека. Когда у него берут, например, интервью журналисты, они говорят, это какой-то ужас, хуже, чем брать интервью у Левица, не существует ничего, потому что его надо брать и вести. И когда ты с ним берешь интервью, такое ощущение, что ты это берешь как бы с психически больным человеком. Это идея, когда он куда-либо приезжает и переодевается в робу. Например, приехал там на Дзирнимникс и одел костюм пекаря и сфоткался. С какой целью? Ты печешь булочки. Ты какое-то отношение имеешь к этому заводу. Для чего ты это делаешь? Ну ладно, бог с ним, с этими действиями. Когда, напомните мне, пожалуйста, может быть, кто-то из вас знает хоть одно действие президента, которое бы он совершил, и люди бы сказали, это Латвия, это наша гордость, это наш президент. Одно действие, кто-нибудь за эти 4 года из вас может вспомнить? Позитивное, правильное. Почему, когда мы видим лицо президента, нам хочется выругаться? Я не знаю ни одного своего знакомого, я не помню в средствах массовой информации где-либо, даже подконтрольных правительству, чтобы люди прошли мимо и не плюнули в его сторону. И вот объясните мне, как и кому в голову пришла мысль, что его можно и переизбрать на второй срок? Как это может прийти в голову? Ведь это чудо, по сути дела, является лицом нашей страны. Вопрос здесь, скорее всего, смотри, нас почти 2 миллиона. И из 2 миллионов у нас не нашлось более достойной кандидатуры. Это правда? Может быть, с нашей политической системой что-то не то? Может быть, не так должен выглядеть наш лидер, наш народный избранник?
Это мысли, просто мысли, которые посетили мою голову. Вот я сейчас смотрю интернет, и мне вдруг случайно попался вот этот Ленин на субботнике. Меня, честно говоря, это задело. Задело потому, что Латвия действительно самая позитивная страна, и таких стран попробуй ты найди. Какого хера нам в управление ставят каких-то идиотов? Такое ощущение, что мы стадо баранов, и нам можно просто любого придурка с Запада поставить и сказать, что это эталон, и мы должны это проглотить и улыбаться. Как будто бы вот эти вот олени действительно наши президенты и премьер-министр. Давай подведем итоги. 27 числа апреля в 3 часа встречаемся у памятника свободы. Ты знаешь, что делать. И нам по-настоящему нужен наш народный президент, которого выбирал народ Латвии, а не вот эти гастарбайтеры. Приходи и поддержи господина Шлессерта.